Отставной благородный авантюрист. Рыцарь, покинувший свой орден. Благородный капитан торгового судна. У него этот самый, как его, прокачанная торговля должна быть. Обедневший мелкий дворянин, беженец из Пендера. Выберем. Отставной благородный авантюрист. Папочка, папуля нас. Чего он с нами сделал? Устроил нас на службу. Послал, вот послал, и все. Послал вас в ученики к местному ювелиру. Ювелиру. Что это будет прокачано у него? Ну ладно. Ювелир. Поместил вас на попечение успешного торговца. Прокачанная торговля предоставил вас самому себе, отослал вас для самостоятельной охоты в дебрях. Самостоятельная охота в дебрях. Это лук и стрелы. Ученый из университета Барклая. Барт. Сквайр. Вообще Барт, это зачем это здесь? Песни петь, что ли? Наемный торговец, инженер и строитель, шпион и охотник. Сквайр — это горожанин, чтобы вы знали. Шпион и охотник. И это мы всегда выбираем почему-то вот это вот ярких перспектив и острых ощущений. Приключения. Странно. А мы до этого выбирали последнюю строчку, предпоследнюю. И там было добиться славы и денег. Изгнание из дома, жажда путешествий, потери любимого человека, личной мести. Станьте авантюристом и отправляйтесь под парусом к берегам Пендора. The die has been cast. You have set sail for Pendor. Вот. Об этом мы и говорили. Вообще не флаг, а штандарт. Здесь палочка вот здесь должна быть. Проходить посередине. Флагшток. Как в римских.
очень сложно их было убивать. Зато бегаем хорошо. Четверочка, езда верхом. Троечка вроде бы. Или единичка. Троечка, теперь троечка. Так, еще поиск пути. Наблюдатель. О, это четверки. Это благодаря тому,
Ни за что. What's this then, eh? Thank you.
взаимоотношениях. Нет, все в порядке у нас. С империей обычно почему-то плохие отношения. А в этот раз нет.
Yeah.
балансированное тяжелое копье всадника. Hail and well met, gentle lord. You better not be a manhunter. Ugh!
Yes, good sir. Well met. Ooh, ooh, ooh.
Ah, yes, good sir. Well met. What's this then, eh?